Где-то в 6 или 7 году ко мне обратился один кинематографист, русский американец Виктор Гинзбург. Он в 90-е снимал много музыкальных видеоклипов и тут решил заняться полным метром. Идея была очень интересная. Он сказал, что он договорился с Виктором Пелевиным о том, что он будет снимать кино Generation P, книга «Горячеными любимая» была. И у него была идея, собственно, какой должна была песня. Сначала должны были слова, что дословно «гори это все», а в конце она должна быть резко переходила в шуточную юмореску, сатиру, юмор с упоминанием известных брендов. В общем, рифмы известных брендов, такая у него была затея. Соответственно, в песне «Гори это все», это финальная часть, ее спела девушка, чья-то знакомая во время нашей записи в Южной Африке. Вот, зашла и спела список, который мы ей дали. В конце слова, которые вряд ли кто-то понял, «glamour wounded», то есть такая игра слов, «раненый гламурой». Юмор должен быть, был такой, к сожалению. Потом Виктор как-то пропал из моего поля зрения, песню мы выпустили, на альбоме «Амба» она звучит. Вот, встретив его года через 3-4, он спросил, как там дела с песней. Я говорю, так она уже давно вышла. Вот, фильм, он тогда еще все снимал и снимал. В общем, тогда еще в очередной раз убедился, что кинематограф и музыка синхронизируются довольно трудно. Ну что, друзья мои, играем песню. Примерно вот так она звучала, когда я ее только-только придумал. Замерзшей ладонью, как будто портреты твои. Я знаю, я сделаю их срочное фото, отправлю к тебе, но ты скажешь: гори, гори это все.